Итак, народ, всем привет! Сегодня мы погоняем Буридаши. Понаваливаем маленько боком. Так. И мне тут сказали то, что вот. Купить машину местную. О, уже потом 50 тысяч. То есть мне тут сказали то, что Диман, кто купил тачку, купил Nissan, короче, синенький Skyline. Я сейчас его тоже возьму. Вот, сейчас вот его где-то вот здесь вот найду. Который 34-й, вот этот, походу. Сейчас он прогрузится. Год Z. Во, вот этот вот. 480 тысяч, ни хрена себе. Давай его куплю. Пофигу то, что он сколько стоит. Вот. Теперь я на этой машинке. Сейчас чисто на дефолтной поеду бабло зарабатывать. Вот здесь вот зарабатывается. И на свою любимую трассу. Старт. Все, прям вообще дефолтный. Я даже на ней не катал. Просто тестирую. Просто как получится. То есть чисто дефолт. И вот уже на ней понаваливать. Хорошее соотношение передач. Надо все это дело не трогать, потому что она по дефолту настроена нормально. Единственное, что варьировать, это торможение, баланс для удобства. И угол поворота градусов. Чтоб и по мощности был нормальный, и по вывороту. А то если перевыворот, то, блин, в итоге она встает, просто мощи не хватает тащить, она, блин, боком встает, либо не хватает там, если, ну, короче, понятно, блин, там настраивать запаришься. Давай, поехали. Ох, нихера он какой нормальный. Да, блин, вот этот поворот я не могу ни хера заходить. Это все печально. Ну, все понесло. Да ёпер, ну. Надо в нём чувствовать. Ну. Ах ты, ё. Занесло. Да блин, меня таскай. Я пока первый, но это не надо палить. Ну,
достал или что, блин? 10 тысяч. Хера там люди набирали. Жестко, жестко просрал. 4 косаря он набирал. По 2000 набирает. Да, печально, печально. Ладно, хоть так. Хоть деньги будут. На, нахуй, ну сейчас. Жесть. Окей. Лучший дрифт. Мало вообще. Третье место вообще ноль, просто ноль, понимаешь? Там дают только за две. Нихера себе. Это как бы хорошо и плохо. Давай тогда сделаем улучшение двигателя. Лошадки за 15 тысяч попало. Да, не сочи. Раз. Подвеска. Ох ты, ну денег нету. Жесткость кузова, стейдж первый. Сцепление рулевое. За 5 тысяч рулевую добавим 5 градусов. Все, поехали. Соревнования. Погнали. То есть маленько качнули тачку. И сейчас будем пробовать, что в итоге получилось. Мне не хватает выворота, потому что у меня заваливается в разворот. И мощи не хватает из-за того, что что-то там сцепление. А, не сцепление не хватает. О, надо колеса ставить, ё-моё. Слишком тащим, да. Бля, не выехал.
3500 просрал. Да, блин. 8000 тут, плюс 2 еще, ни хера себе. Надо за ним ехать. Мысленно. Ёлферно. Что-то у меня дрифт вообще не считается. Второе место заработать. Или какое у меня там. Бля, давай. 123 километра. Второе. Е-е-е, наконец-то. Тут, то есть, два места только есть. Первое на 6 этих. О, 30 рейтинг. А, это рейтинг у меня повысился. Окей. 50 тысяч. Что еще можно сделать? Модификация винила, снижение массы. Ну-ка. За 10 тысяч снижение массы. И еще на 26 килограмм. Еще снизили. Все, что ли? То есть машина стала легче. Давай еще третий раз прогоняем. Можно, кстати, другую трассу. Например, вот эту вот. Тоже крутая машина. Тут крутая трасса. Сейчас проверим. Мировой чемпионат, лидеры сегодня. Что-то типа вообще чемпионат никто не проходит. Сейчас буду пробовать. Надо с Диманом погонять. Диман еще непонятно, когда будет. Погнали. Европа, арена первая, индустриальная. Вторая, то есть арена. Давай, грузись, ну. Сейчас интересно, я тут давно катался. Thank you.
неплохо. Она не та, которую я гонял. Это вторая маленькая. Блин, не получается, ни хрена. 14-9 тысяч нормально забрал. Ни с кем тут парни 30 не покатаешься, все ездить не умеют. Я там наклепал 7 контрольных точек, 3300, 15 километров. Ну-ка, о, первое место, 38 тысяч. Все, 35 мне этих дали. Так, давай модификацию. Опа, третью, да? Что там, сколько времени? 20 минут прошло, я уже тут нахерачил. Так, ну давай, улучшение двигателя. Что у нас тут? 65 косарей, у меня нет столько денег. Подвеска, что у нас здесь? 45. Оу, давай. Минус 7 килограмм и миллиметр. То есть стало гораздо меньше. Потом снижение массы. А где тюнинг? Тюнинг, тюнинг. Давление передних шин и задних, это все нормально. Распределение веса. Число. Кстати, наперед надо еще, чтобы перед был вот как-то вот такой вот. Так, частота это нормально. Передняя подвеска, высота передней. Передней. Я даже не знаю, как, какая она должна быть. Высота задней вверх, высота вниз. То есть вот так как-то. Попробуем так покатать. Так, теперь поехали в соревнования. И давай что-нибудь, какую-то другую трассу. Змейка. Вот, давай змейка. Я тут катал, короче, на змейке. Тут надо вообще аккуратно. Тут прям вообще жестко. У меня баксов нет, ничего нет. Сейчас на змейке погоняем. Тут, походу, соперники у меня не особо. Вот надо, короче, катать там, где сложно. Потому что не все умеют ездить там, где сложно, и управлять автомобилем.
Вот, поэтому я сейчас буду сложные трассы наоборот катать. Не те, которые там на изи прям палить можно боком, а прям такие спринтовские. Так, например, вот эта вот змейка в Азии. Она там вроде как кольцо и малое кольцо есть, но там не особо легко. Да, вот здесь вот сложно, бля, влететь. А потом сюда. И не открыто. Кстати, если этот поворот пройти, вообще не забыл. То этот поворот, походу, не проходит. Сейчас попробуем. У меня уже 8000. Ну, почти. Вообще жестко какая-то. А блин, дрифтить в поворот не получается. Изи вообще.
Да, вот тут уже поймал, походу, да? Ни хрена себе, я на звеке 15 косарей заработал. Фу, то есть уже настройка автомобиля нормальная, то есть получилось, уже можно гнать, прям гнать. Уже все на изичах. Я опять первое место. 130, ни хрена я заработал, когда. Шикарно, вон Влад всего 5, наверное, вообще мало. Итак, что у нас получается? Небольшое такое видео размером в полчаса, и я сейчас модификацию опять поставлю какую-нибудь. Давай рулевые на 40 тысяч, не, ну нахрен. Сцепление у нас, что на 20 тысяч? Переключить передачи, минус вес. Давай минус это и покрасимся. Какой-нибудь такой слой даже есть, нихера. Слой низ. Добавить слой, опаньки. Ох, ни хрены себе тут всего. Вот можно ниссанчик-то облиповать. Ё-моё. Ну давай флаг сначала зафигачим. Сколько будет стоить, кстати? На дверь, наверное. Так. Давай на дверь так залепим. На вот это вот. Так, поворот. Вовсю нахрен почти. Размер поменьше. Хотя можно и на стекло, да? Я так понял, на стекло тоже можно. То есть по-крутому сейчас сделаем. Теперь сколько он стоит, я. Во, на стекло налепить. Охереть будет. Вот это я сейчас замучу. Ниссанчик, ёп, студей сейчас. Блин, как её ещё повернуть? Машину ворочить как на вон. Во, нефа, вот это тут тюнинг на. Ё-моё, так. Поворот. Вот так это выровняем. То есть вообще чисто лак захерачить. Бля. То есть... А, блин, подожди. Так. Все красиво будет, не знаю. Давай в другое место, может, приклеить. Ну. На низ, ну-ка. Вот сюда нормально вообще. Думаю, нормально. Хотел на этот, получилось на другое место. Вот, как бы ровненько. Во-во-во-во-во-во, найс. Найс, чуть-чуть поближе, чуть-чуть к двери. Так, развернуть, отрезать, нет, разместить. Блин, сметал. И чё теперь? Вот, то есть, а сколько можно слоев? Смотри, цена 10 тысяч уже написана. А если я еще добавлю один слой, допустим, из аппликации, допустим. Ой, не эту аппликацию. А, то есть перекрасить полностью точилу можно за 10 тысяч. Удалить слой. Добавить. Слой вниз. Так. Во, ну-ка. 3 икса каких-нибудь черных, красных. Так, давай-ка поворот. Так. Сюда. На дверь большими. Захерачим. Поворот маленько убрать. Наклон. Наклон тоже. Растянуть по игреку. Во. Растянуть по игреку и вниз. То есть до порогов даже можно еще растягивать. Давай растянем еще. Нужно потом в положение X сюда. И растянить по X и Y, да? Во, охеренно.
классно, чё. Только не знаю, каким цветом, если я буду покрашу машину все черное. То есть от цвет. Цвет уже я не знаю, какой будет. Хром. О, нихера. Матовый. Интересно, сколько это будет стоить? 10 тысяч? Если 10 тысяч, то я сейчас ее все облеплю. Яркость зеленая. Зеленый хром, ахере. Матовый. Конечно, не особо выглядит, да? Если на черном цвете было бы какие-нибудь красные. Я даже не знаю. Тут подходит не вот такая вот, а какая-то. Не знаю. Короче, сейчас будем пробовать. То есть я вроде как сделал, да? Добавить слой. Сколько тут слоев, интересно. Надо перекрасить основную машину, конечно. Пока на синем будем пробовать. А если перекрашу, то что будет? Добавить слой. Так, это я сделал. Вот там типа монстры всякие. Звезды. На колеса зафигачить. Крица, блин. Кляксы. Лак. Он только с одной стороны. Давай я тогда флаг засуну в другое место. Вот сюда вот. Тут же у нас тоже машина есть. Сейчас туда перетаскиваем. Так. На крыло вот это подойдет нормально, да? То есть на крыло вообще найс. Сейчас я направлю как-то вот так вот. Положение сделаю вот так вот. О. Так. Так, теперь растянуть по X. То есть растяжка по Y. Вот. И положение. Так, не то. Так. Так, можно даже еще сделать побольше. То есть X. Y. Серьезно, да? Охренеть. Здесь вообще nice. Каким цветом только сделать? Белым таким же, что ли? Лак-то белый всегда, да? Белый на черный. Ну ладно, давай белым оставим. Дэнс, хром. Шикардос. Белый хром был. Набайтилось. Смотри, за 10 тысяч его можно купить. Офигенно. То есть лепишь сколько тебе угодно. Сейчас полепим, блин. Значок надо что-нибудь какой-нибудь. В начало самое. То есть на бордюр. Ой, на капот. На капот что-нибудь, что-нибудь. Король я нет, все фигня. Капля, вода, солнце. Кляксы какие-то. Не, надо другое что-нибудь на капот зафигать. Вот здесь что. Рука, рука, рука. Так, 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 так. Гонщик. Каптин, дрифтер. Заразные типа. Ну, кстати, прикольные картинки вообще. Ну-ка, тут что еще есть? Бомба. Всякие китайские эти иероглифы. Что бы засунуть-то? Гвоздь. О, кстати. Бешеные эти даже есть ролики, блин. Дрифт Кинг. О, давай вот эту хрень нафигач. Вообще. Так. Положение X. Y. Так. Так, ну-ка. Нельзя. А, во-во-во, нормально. То есть посередине. И, грубо говоря, вот между болтами. Только надо ее вверх, чтобы они болты не мешали. Да блин. Во, найс вообще. Размер. Чуть-чуть увеличить. Наклон.
Во, наклон вообще найс будет. Смотри, что творю. Смотри, что творю. То есть теперь и это не меняется, и морозный размер можно увеличить. Потому что там уже у нас наклон. То есть вот так вот, да? Так. Так. И пониже. Во, класс. Теперь, короче, расстояние это все не надо, раз не надо. Цвет, давайте цветом определимся, то есть какой цвет, по-любому не розовый, да? На темном фоне какой-нибудь вот такой. Блин, надо стилистику придумать, потом, короче, этим заниматься. Разукрашивать, блин, все это дело. Потому что на черном фоне не особо видно единица. Синяя машина. Такое себе. Кстати, что там по цвету? Хром. Хром такой разноцветный, блин. Он еще отсвечивает, зашибись. Кстати, нормально выглядит тогда. Хромированный. Белый можно. Все в белое. Не, хотел желтый какой. О, нифига. Вот так нормально. Золотой цвет можно сделать, кстати. Дрифт Кинг, типа. Я ни хера не Кинг. Поэтому. Ладно, типа золотой. Почти. Почти, да? Нормально. Давай еще. Сколько слоев, мне интересно. Сколько слоев можно? Дрифт Кинг мы зафигачили. Теперь я засуну какое-нибудь китайское значение. Вот это. Хотя это не китайское даже. Это русское. На крышу. О, на крышу, найс. Давай на крышу засунем. То есть вот как-то так. Как-то так. Потом поворот. В другую сторону сделаем, да, чтоб красивее было. Наклон растянуть по этому не надо, а вот по этому можем. Так, потом цвет. Давай сразу определимся, хром, и сделаю его типа таким голубым, что ли. Вот. Блин, хотя он вообще черный получается. Цвет такой, надо белый вообще делать. Во. Белый вообще. Голубоватый. Нормально. Еще добавляем цвет. Все это за 10 тысяч, походу. Класс, я тут херачу. Так, смайлик такой жесткий. Жесткий смайлик. Надо было засунуть смайлик вот сюда вот. Все, прифурычу. Прикручу на этот участок. Так. Куда-нибудь вниз, да? Размер поменьше сделаем. Поворот. Так. Потом положение. Вот сюда. Вот крылу хочу. Крылу хочу. Так. О, блин. Эй, это не ключ. Вот так. И цветом его красным сделаем. Жестким. Красный смайлик, мать. Такой ярко-красный прям, чтоб вообще жестко был. Матовый, чтоб видно было. Так, все, еще давай шестой, седьмой цвет уже. Так, шестой надо с другой стороны какую-то руку. Рука, кстати, вообще в тему. Можно вот этот поставить. По больные на голову. Вообще классно, блин, значков. Первый вот кучен. Йоу, мир, бам-бам, китайцы, бомба, черепок, панда, череп. Вот, кстати, череп вот этот давай назад засунь. Вообще на самую жопу. Интересно, он сюда залезет. Теперь по иксу пошел. Так, поворот. 180 градусов. То есть можно его засунуть пару. Класс, да?
то есть вообще фару, фара черепью. Два шара у него там. Размер. Ну-ка, как выглядит. О, ни хрена, как будто из этого черепок. Офигеть. Цвет, ну, цвет черепа, конечно, да? Только я его сделаю каким-то таким. Сейчас придумаю цвет. Кожа. Желтый. Нормально, короче. Во, найс, вообще. Добавим еще что-нибудь такое назад, чтобы прям жестко было. Сзади. Бам-бам-бам. Ух ты, нифига. Там даже девка есть. Свинья есть. Я люблю. Вот, девку, короче. Девку куда-нибудь. На крыльцо. На крыльцо. Давай, иди сюда. На этот. Сюда. Так. Печально все с этими строениями. Оо. Ошибись. То есть она. А по отдельности бампер. По отдельности бампер, по отдельности так. Как тебя присобачить-то тут? Ладно. То есть вниз. Потом. Сюда. Потом. Размер уменьшить. Ага. Поворот еще надо вот так вот. Положение по X, по Y. Чисто на крыло засунуть. Да тихо ты. Так. Вверх. Вот так вот. Все, теперь растягивать, наверное, не надо. Можно и масштаб было уменьшить. Ладно. Так, разместить. Цвет какой теперь? Цвет давай сделаем. Сразу, чтобы цветность была, она розовая. Красная. Красная тема вообще. Глянец. Хром. Матовая. Матовый красный. Или матовый белый. Белый бобу. Или желтый как вот раз. Цвет кожи ее сейчас выберем. Хотя это желтый какой. Где цвет кожи? Как его выбрать? О. Смуглый. Нормально. Так. Телочка там у меня. Так, 8-9. Скоро снег, да? То есть надо. Снежинку захер. О, цвет радиоактивный. Йоу, класс. Приделать на бампер, что ли? Прифигеть. Так, давай-ка, иди сюда. На крыло. Куда-нибудь к фаре, что ли. Ну-ка, как ты тут встанешь? Херово встань. Вообще херово. То есть отдельно на крыло. То есть вот так вот. И вот здесь вот будет значок. На размер маленький. То есть вот так вот. Так и повернуть надо его, чтобы он влез. Здесь разворот. Ну, допустим, как-то так. Подвинуть. Зеленым цветом его сделать. Это ж типа, не знаю, радиация. Конечно, прикол, что радиация зеленым цветом. Ну ладно. Хрен тоже, класс. 9 слой, 10 давай. Так, руку где-то я видел. Вот эту вот руку, японская, что-то вот это вот. Непонятно. Пока не понимаю. Люблю машину. О. Кстати, вот эта тема. Типа тоже куда-то там. Так, поехали. Куда бы ее засунуть-то? Может, на стекло куда-нибудь? О, давай на стекло засуну. Поворот. То есть размер маленький. Поворот. Что-то я промахал. Вот. Как-то вот так. Потом.
Колхоз есть колхоз, да? Так. Потом, а, цвета-то нет, кстати. Хром матовый, матовый давай. Видно было. Все, 10-11 сложим. Нифига себе, сколько слоев. Да фига, наверное, можно. Сейчас все сделаем. О, нифига, тут еще что есть. Вот эта тема. Камуфляж. Баннеры какие-то. Ну так было. Можно его расхренать. Смотрите. Уху-ху. На всю тачку растянуть. Что у меня получается? Почти по всей тачке. С этой стороны есть. С этой тоже есть. То есть он не до конца. А надо вниз его слоя. То есть вот этот слой. Слой вниз. Вот. Слой вниз. Теперь добавим еще такое же, только на задницу. Так, какой-нибудь такой, не знаю, аналогичный, наверное, свет я попробую. То есть уже наперед. Блин, херовое управление, а вот. То есть надо их как-то соединить, типа. Сюда. Размер. Сюда. Так, положение, куда он идет? А, в другую сторону. Вот здесь вот. Все равно объединяется, да? Ну-ка. А, вот пошло. Ну-ка, смотри. То есть с этой стороны все есть. И с этой почти что-то он... А, вот, не доходит. Смотри, обновляется. То есть поверх. Класс. Хром. Хрена ся. Закатал ее. Ну-ка. Хром. Класс. То есть рисунок один и тот же, только цвета маленькие разные. И теперь... Жесть. У меня машинка хоть видно? Можно было, конечно, вот это не колхозить. Цвета покрасить, флаги уже есть. Флаг, кстати, с другой стороны надо еще сюда. То есть два флага. Надо его сюда. Так. С этой стороны. То есть вот сюда привести. На стекло, что ли, засунуть. У меня как там стоит-то? На этой. На боковине. Давай сейчас на боковину его присобачим. Так, размер уменьшить сразу. Поворот. Белый, синий, красный. Жик. Так. Размер такой. Так. И так. Теперь посмотрим, как он смотрится. Ну, ничего, такая машина, правда, вся залоченная, блин. Прикольно получается. То есть тут русский. Лак. Вот с черепом, кстати, вообще вариант. Надо еще здесь что-нибудь такого ручищу захреначить. То есть давай ручищу сейчас засунем какой-то. Такую светлую надо. Что-нибудь такой светлый черепок. Это светлое. Смайлик есть, ручище, череп второй есть. Бомбочка. Вот, кстати, бомбочка вариант. Бомбочку, да? Где она? Хрена, куда она делась? Вон она. Бомбочка. Давай тащи свою жопу туда. Так. Вот сюда.
Че, вниз, вверх или туда повернуться? Наверное, к номеру. Похарыглюсь. Она заедает, когда музыка сменяется. Вообще, капец. Так, сюда. Во. Прикольно. Поменьше. Так. Как будто глаза у него, короче. Класс. Цвет какой сделаем? Красный. Так. Красный. Красная бомба. Она даже прозрачная получается. Мата. Ладно, глянем сделаем. Смотри, сколько слоев уже намутил. Номер, надо номер сделать, кстати. Номер это нет? Какой-нибудь номер. Номер. Дрифт Кинг. Фигня. Дрифт Шифт. Какие-то значки всякие. Я все даже еще не прочитал вообще. Коробка передач. Дропит какой-то. Мощь движка, сила, бам-бам-бам. Код 47 надо. А, по приколу, ну-ка. Штрих-код захерачим. Короче, сейчас на номер. Ну-ка. Во, сейчас засунем штрих-код. Так. Положение такое. Хитман, йо. Едет Хитман. О, а там еще и... Made in Япония. Хорошо, что он скрывается. Вот так вот. Положение. Размер. То есть что-то как-то... Переворачивать придется. Давай перевернем ее вниз, вообще уберем. То есть вот как по центру и вниз. А что-то он как-то странно реагирует. X, Y. Никто не поймет, да? Хотя ладно, зря я растянул. Пусть Япония будет написано. Или хотя можно вот здесь вот. Блин, я на номер хочу. Вот так типа. Так нормально будет. Все. Так. Цвет какой, кстати. Не глянется, а матовый надо вообще. Матовый чисто белый. Чисто белый. Тут уже понятно. Так, 15 слоев. Главное, чтобы не вылетело. За 10 камней. А сколько мы там уже собираем? Почти целые полчаса. Ну ладно. Что еще есть? И вариант. Флаги это понятно. Это что такое? Текст. Тонкий шрифт. Текст. Еще что-то есть. Нифига себе, смотри. Градиенты. Кстати, градиент. И как его получить? О, звезда, а нафиг мне звезду. Нет, звезду мне не надо. Как ее убрать? Удалить слой. Добавить. Так. Почему-то градиент. А какой именно? Странно, то есть на выбранную детальку. Хотя не, ладно, пусть звезду уберу. 15 слоев вполне достаточно. Купить. Ну-ка сейчас позырим. Опубликовать даже надо. Вот так вот. Публиковал. Так. И теперь взять. За 10к. Найс. А, краска. У меня денег не хватит. Ну, ладно, вот такая точила получилась. Снижение массы. Осмотр машин. О, нихрена себе.
Класс. Нормальная тачка. С фото. Ну все, как-то так получилось. Дальше будем гонять в следующей серии.